ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Зараз поговоримо про тенденції, які сколихнуть світ подорожей в наступному році, про, зокрема, екотуризм та зустрічі, що буде популярним. Про це нам розкаже Анастасія Проскура, керівниця гуртка «Школа туризму» у Дніпрі. Анастасія, вітаю вас. Ну що, розказуйте, чого очікуєте як експерт, да, от у вас гурток є такий, «Школа туризму» у Дніпрі. Що очікуєте від наступного року? Що зміниться в світі подорожей? Що буде популярним? Привет. Ну, я ожидаю того, что мир откроется наконец-то. Мы все снимем маски, показываем свои замечательные улыбки. И с улыбкой, с хорошим настроением отправимся в путешествие. Так как мы уже посмотрели Европу, ну, в большинстве своем изучили Турцию, Египет, All Inclusive. Теперь все хотят попробовать такое новое-забытое старое экотуризм, больше познакомиться с традициями стран, которые такие более дикие, где дикая природа, дикие традиции, которые с нашими вообще не пересекаются ни капли. Вот такие страны, как Марокко, более туда мусульманские страны. Также Непал, Индия, Африка сейчас очень модно, Занзибар, Танзания, Намибия, все туда хотят. Благо, есть возможность украинцев путешествовать, и у нас много стран, где легко попасть туда, не нужна какая-то особенная виза. Угу. Можете, будь ласка, трохи повернутися до мікрофону, що було краще чути по режисері Володимиру. Ага, хорошо. Дякую. Все ж, я так розумію, українці більше хочуть екзотики, правильно? Так, да, все вірно. А які б напрямки ви порадили, які більш доступні, дешевші, але не гірші, наприклад, від Домінікани? О, Домінікана очень прекрасная страна. Я не была, была моя подружаня вот этим летом. Она очень бедная, хотя там приезжают очень богатые туристы, очень дорогая страна, но сам очень бедная. И еще надо, чтобы человек был готов к тому, что он увидит этот трэш, да, вот эту бедноту, вот эту всю разруху и так далее, потому что картинки очень красивые, а за кадром, ну, не показывается, потому что турист не поедет. Почему и прелесть этого всего, что люди устают от города, от постоянного какого-то стресса и думают, а, ну вот там вот хорошо. И когда приезжают и сравнивают Украину, да, и приезжают и видят то, что Украина очень богатая страна, мы очень хорошо живем, и они расслабляются, и дальше идут с хорошим настроением по жизни. Тобто такі контрасти, як у Домініканії, да. Багаті шикарні готелі та отака бідність, да. Як вони, трущоби називаються, так? Да, да. Тобто це не екотуризм? Ну, якщо ти береш all inclusive і як тюлень відпочиваєш на пляжі, п'єш, кушаєш, то це не екотуризм. Екотуризм – це ближче к природі. Максимально нетронутой, если можно такие найти участки, да, земли еще, ну вот максимально нетронутой инфраструктурой, людьми, где все вот, максимально пахнет зеленью, чистый воздух, вот это вот экотуризм туда вот. Вы сказали, что это уже было популярно? Да, это было понятие зеленый туризм, вот, но почему-то, ну, сейчас модно использовать трендовые слова, да, экотуризм, вот скоро может быть без ГМО туризм, я не знаю, посмотрим. Но главное, что люди путешествовали, если они, им достаточно нового слова экотуризм, и они готовы уже купить себе билет, достаточно просто вначале купить билет, да, страшно, есть очень много страхов у людей, как плане, я не знаю языка, ну и что, сейчас нанотехнологии, Google в помощь, переводчики, многие люди не знают языка английского. Вот той же Испания, они принципиально не хотят его учить, и Португалии тоже. Зачем, если испанский знает 80% населения в мире? Поэтому не боимся, просто берем билет и летим. Вот это вот. Я рекомендую вообще самостоятельное путешествие. Это так бодрит, это так по-другому ты смотришь потом на мир, ты настолько чувствуешь внутренние опоры, вот это вот что-то меняется, мировоззрение. И, потому что когда ты едешь в компанию или с семьей, у тебя фокус внимания на этих людях. Вот, ты не можешь фокусироваться на своих желаниях. А когда ты просто встал и идешь, и не говоришь, куда ты идешь, а можно я пойду, ты просто берешь и идешь, и открываешь новых людей, новые города и страны.
Тобто самому ви радите? Это будет очень круто самому. Это будет очень страшно. Чи безпечно? От я теж просто хотіла одного разу сама кудись полетіти, і мені всі мої близькі: ти що? Ні, як це сама? Там рабство і так далі. Ну там такі. Ну, я была в самостоятельном путешествии в Турции в прошлом году, 2 месяца. Мне тоже рассказывали, что меня там похитят. Все хорошо, я вернулась и всем рекомендую Турцию. Турция в плане экотуризма замечательная страна. Во-первых, она очень доступная, что немаловажно, открытая, что тоже немаловажно. Там можно палатки ставить, не только в определенных местах, как в Европе. В Европе с этим сложно все. Вот. Ты можешь ходить везде, она разнообразна, там куча морей, куча гор, природа шикарная. Пока где я была, самая красивая страна. Щодо Туреччини, там же пройшли величезні масштабні пожежі в лісах. Як тепер в Турції з екотуризмом? Бо ну, я насправді бачила от десь вересня там була і бачила, там просто все чорне, там от ніде піти в похід. Как это ніде? Турція, ну, Турція очень большая страна, там є где ходить, поэтому, ну... Ну, найтуристичніші міста я маю на увазі. Ну, Ликийская тропа, вот ребята ходят, все классно, скидывают фоточки. Сейчас очень круто, что опять же нанотехнологии, мир возможностей. Ты смотришь, как друг Вася пошел сам куда-то там, и тебе, ну, если Вася смог, значит, и я смогу. И это очень круто, что люди делятся своими приключениями, путешествиями. Які ще тенденції, от ви бачите, прогнозуєте, будуть в наступному році, коли все ж коронавірус все трохи далі, ну, там, не беручи до уваги нові штами. Ну, уже все пройшли вакцинацію, тому що це дуже удобно, у тебе є сертифікат і... Как правило, сейчас я тоже очень страшно было ехать мне в Португалию, да, проходить путь Сантьяго с малым, потому что а как, что, куда именно СМИ запугивают максимально, делать так, чтобы мы, путешественники, сидели, никуда не выезжали. Вот. А на самом деле все просто. Все доступно, все открыто. Если ты хочешь там пойти в какой-нибудь там музей, тебе нужен тест либо сертификат. Вот. Ну, не пойдешь ты в музей, пойдешь дальше по горам топтать, к океану и так далее. Экотуризм, он как раз о том, что ты не по музеям ходишь. Ты ходишь больше там по таким старым деревушкам, селам, там, где есть традиции, и ты окунаешься в эти традиции. Надо больше об этом. Поэтому тенденция будет максимально, люди будут ходить в природу. Потому что век технологий, люди устали от технологий, устали от инфраструктуры, хотят вот это вот вернуться к корням, так сказать, и максимально расслабиться. Добре, я бачила ще от таке визначення, як ділова подорож. От коли, наприклад, людина летить там в Париж на чашку кави, а заради там бізнес-зустрічі якоїсь. Наскільки, що вам про це відомо і наскільки це популярно? Бо я таке перше чую. Я зараз дуже багато направлень туризму, дуже багато. Тут любої цілі кафе. Про кілька з них. Ну от мені дуже подобалась ідея, якщо ти зараз учиш французький язик, то за 1500 євро в Парижі за, по-моєму, 7 чи 10 днів тебе якоби навчать французькому язику. Вот. И благо есть возможность у украинцев, они отправляют своих детей на неделю за 1500 евро изучить, но при этом надо знать английский язык, потому что будут рассказывать тебе на английском языке, а в французском языке. Вот. Поэтому и такое есть, и люди платят, радуют своих детей, потому что наше поколение, чуть старше, все было закрыто, недоступно. Сейчас мир открыт, и они максимально, то, что они получили сами, да, в определенный момент своей жизни, они максимально дарят своим детям. Поэтому дети, желайте, фиячьте, и все получится. Як гадаєте, як багато українців будуть подорожувати на Новий рік та на Різдвяні свята? Ну, вже якби всі поумнели, знають, що це самий пік, високий сезон, і вони, як правило, либо зарані уїдуть, либо позже. Ну, зараз по моїм друзям, я слышу, що після новогодніх праздників вони вдома відмічають, а потім уїдуть, тому що цінник, ну, 2 рази мінімум вище. Два рази на всі напрямки. Да.
Які є ще? Ну, навіть в Карпати зараз поїхати. Ой, та то зовсім. Зовсім не бюджетно. Я не знаю, чому не розвивається у нас внутрішній туризм. Они поднимают такие цены, и когда сравнивать Бердянск, Кириловка, Турция, Египет, ценник и сервис, ну, за счет выживает Бердянск, Кириловка, за счет страхов людей, которые боятся выезжать за границу. Або якщо там есть дуже маленькие дети, так... Так, и... детям наоборот прикольней. Дети круче переносят перелеты, и они расширяют свои горизонты, поток новой информации, энергии. Для детей лучше путешествовать, нежели сидеть в Бердянске с медузами или в бассейне. Вот, ну вот честно. И ценник там, ну, реально завышенный по сервису. Поэтому я рекомендую не бояться брать малого, девчонки с двухмесячным ребенком, перелеты очень вообще комфортно, безопасно. И все у нас в голове, наши страхи нас тормозят. Ну, главное начать. Бывает, купите билет. Одинокие выпадки, так? Просто купите билет. Все бывает. Ну, да. Как бы мы не застрахованы, это не повод сидеть дома или в Бердянске. Извини, Бердянск, я люблю Бердянск, но давайте дальше расширяться. Благодаря тому, что Крым у нас отобрали, мы начали путешествовать больше. Не развивается никак. Мы же не вине, правда, это факт. Це фактаж. Ну, они же там горы не построят, море не почистят. Вот. Поэтому мир прекрасен сейчас. Вот Турция намного доступней и очень красивая страна. Давайте начнете с Турции. Египет очень жарко, ветрено может быть, а Турция максимально комфортная для нас. А в зимку Турция холодно? А Турция, она в Анталии сейчас, ну, Стамбул – это отдельная история. Кстати, с ребенком я не очень Стамбул рекомендую, потому что там надо очень много ходить, вот, дети не очень это любят. А я бы, ну, именно по архитектурным местам, mm-hmm. они не понимают этого. А вот экотуризм с ребенком вообще прекрасно. Он дома не ходячий, да, там я это в телефоне все время, а там такой идет детокс от гаджетов, и находят себе и шишки, палки, и все что угодно, гамак, ну, в общем, с ребенком must have. Я вообще для себя открыла, что каждый родитель просто обязан проводить время с ребенком, с одним, без никого, без брата, без сестры, без отца, без матери, вот только ты и ребенок, все. Такого общения ты нигде не получишь, как путешествие. Пускай это будет даже вылазка у нас в Самарский лес, да, но один день посвятить именно этому человеку. Ты узнаешь многое о своем ребенке, и у вас появятся эти мосты. Не надо будет потом никакой ни психолог, ни психотерапевт, и он не будет говорить, что вот ты мне мама или папа не додала свое время, там, внимание. Поэтому всем рекомендую. Тобто такий міні-туризм задля взаємодії матері да, та дитини. Да, потому что вот ты живешь с ребенком на одной территории, но ты с ним не общаешься. Якщо б ви назвали там це тенденцію, а там можливо там як би ви назвали двома словами от такий інструмент. Ох, не знаю. Купи билет. Я б сказала, тенденція просто купити білет. Бери дитину, так, 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 купи білет. Так? Купи да можна та без ребенка, головне купити білет. Во-первых, это вот, когда покупаешь билет, у тебя уже это обязывает. Даже за 3 бакса купить билет, ты думаешь, ну у меня же билет. И тогда уже все начинается подстраиваться и строиться к этому путешествию. А так, когда ты просто об этом говоришь и ничего, ну просто купите билет. Дальше все получится, вы найдете нужную информацию. Сейчас информации вот, вот так вот. Найдете даже лично, переписывайтесь. Как я в Португалию ехала, путь в Сантьяго, я тоже как шо, куда, очень много страхов. Потом написала, мне добавили в группу, а там я такая не одна, с такими же вопросами и куча отчетов. Еще для себя отметила, что не читайте отчеты, не смотрите картинки, потому что ты, когда приезжаешь на место, у тебя нет ощущения первооткрывателя. Ты все это, мозг это все уже видел, ты такой, а ну это я знаю. А когда ты это ну, не знаешь, ты такой, вау, как круто, ты открываешь это для себя. Дякую, за такие классные поради. Чи будуть питання? А в мене ще будуть питання. Можна от топ-5, топ-3 поради тим, хто хоче подорожувати найближчим часом самотужки. Без турагентів, без туроператору, без путівки, от саме самотужки, знаходити білети і так далі. Що радите? Лайфхаки. Каучсерфінг. Я не знаю, знаешь ты, не знаешь. Я для себя открыла в этом году. Это очень крутая штука, кто придумал просто. Расскажите нашим людям. Это ты приезжаешь, есть такое приложение Couchsurfing, ты на нем регистрируешься. Сейчас оно, к сожалению, стало платным. Ну, там небольшая там, сумма в месяц, по-моему, 30 гривен в месяц. И ты можешь как принимать у себя людей,
с разных стран и городов, и либо путешествовать, у них останавливаться. А многие юзают это приложение как просто бесплатный отель. И этого никто не любит, потому что ну, там другая миссия, философия. Задача — обмен опытом, подружиться, познакомиться с другой культурой, традициями, пообщаться. И ты приезжаешь как в семью. В хостеле, в отеле тебе никто не скажет: «А, привет, никто так не будет тебя рад видеть». А там тебя реально рады видеть. Мы так путешествовали с сыном, вот в этот месяц у нас была Португалия, Испания, Франция, Бельгия, Польша. И это было очень круто. Я для себя открыла. Главное, ну, все там, опять же, страхи. Украдут, я не знаю. Там есть куча отзывов. Читайте отзывы о людях. И я начинала с нуля. Мне говорили, что ничего не получится. Получится. Пишите открыто, искренне. Вот самое главное — правильно написать обращение, что, чтобы человек понял, что вы действительно хотите с ним познакомиться. Изучите его профиль. Потому что многие пишут: я вот буду та-та-та-та, свободно у тебя, ну, как бронируют отель. На самом деле, больше быть открытыми, доверять миру, доверять людям и с улыбкой путешествовать. Что еще радуете? Покупать билеты. Где купить и коли купить дешевые квитки? Есть приложение Low Cost Avia в телеге, и там получается вся нужная информация. Там очень классные админы, ты задаешь им вопрос, тебе отвечают, и очень крутая поддержка. Вот я это всегда юзаю. Если у вас нету загранпаспорта, сделай загранпаспорт, потому что многие из-за своих страхов даже просто не делают загранпаспорт. Я вот подружание уже, вот уже говорю: все, ты иди, я оплачу. Вот, потому что и она до сих пор не стала на очередь. Ну ничего, все буде. Да. Скільки ви, може, пам'ятаєте, найдешевший ваш квиток? Чесно, я не помню. Ну, вот последнее мы улетали вот с Бельгии в Поляндию, в Польшу, в этот Вроцлав, 11 долларов или евро. Вот. Бывает и ниша. Вот была Венеция 4 евро, но я так как уже только вернулась, думаю, опять же, надо посидеть чуть-чуть, школа, все дела. Класс. 4 евро в Венеции с Киева? Да, с Киева. К сожалению, с Киева. Не будем поднимать больную тему путешествия из Днепра. Не будем, к сожалению, мы не можем поменять систему, но есть Харьков. Я больше люблю Харьков использовать, потому что Киев... Ну, очень сложно, и дороже, Харьков быстрее, но в Харькове ограничено количество вылетов, поэтому Киев, ну, благо хоть Киев. В Херсоне есть уже лоукост, а в Днепре нету, ну, ничего. Ну, справді, так страждає весь туристичний напрям міста? Репутация. Ну, мы, наверное, много зарабатываем, поэтому мы используем такие не лоукост, а мы используем МАО, там вот такие с Turkish Airlines, то, что вот дорого-богато. Ну, добре, не будемо про погане. Що ще радите? Так, квитки, де бронювати житло? Ну, окрім того, як можна зупинитися у людей. Booking. Я использую Booking, є ще Airbnb, но мне Booking как-то доступнее и ближе. А Airbnb — там квартира. Это если ты планируешь, ну, самому невыгодно квартиру снимать. Если ты едешь сам, то лучше хостел. Вот это, опять же, бюджетно. И плюс опять у тебя есть возможность познакомиться с новыми людьми. Потому что цель путешествия — открывать новых людей и новые. І останнє питання, буквально коротко. Чи ви вже практикували в дії наші QR-коди паспорту вакцинації? Так, да, звісно. Чи зчитують саме QR-коди? Все зчитують. Ну, не знаю, мене ніде не останавливає, я показувала. Мені це зекономило кучу часу і кучу грошей на самом деле. Тому що робити в кожен раз тест – це накладно. Угу. Туризм. Ну що ж, я вам дуже дякую за такі класні поради. Те, що я запам'ятала найбільше, це треба купити квиток. Да. Купити квиток найперше. І будь що буде, да. Буде так. І плюс цінні інструменти, Low-Cost Avia, телеграм-канал, де можна знайти вигідні та дешеві квитки. Та Couchsurfing, коли ви можете обмінятися досвідом, з кимось познайомитися. Головне, не треба боятися, але перевіряти і ретельно готуватися до подорожі. Ні.
Я не планирую никогда. Да, это так, это... Або щось так. Не планируйте, просто у вас є желання поїхати в цю країну і їжджайте. Все, і от... Ну, повертаємося до першого, так, купіть квиток. Да. Я нагадую, що в наших гостях була Анастасія Проскура, керівниця гуртка «Школа туризму» у Дніпрі. Говорили про тенденції, про туризм, які будуть так, власне, в наступному році, куди краще поїхати, та поради від безпосередньо експертів. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу.